Солнечная погода за окном, на градуснике плюс, а значит, наступило время для активных выходных. Парк культуры и отдыха – самое подходящее для этого места. Сезон, как всегда, открывается громко. Работают аттракционы с 12 до 20 часов. Цены вполне демократичные. Детские билеты от 2,5 рублей. За автодром – 3. Веселые горки, орбиты и сюрприз обойдутся на 50 копеек больше. Самые дорогие – летающая тарелка, калипсо и сальто – 4 рубля с человека. Я каталась с закрытыми глазами. Очень, даже не страшно было. Очень большой прилив адреналина. Я не знаю, как это описать. Ну, понравилось? Да, понравилось. Но кататься больше не буду. Есть у тебя прям самая-самая любимая горка? Орбита. А почему она любимая? Она крутится и поднимается вверх. В этом году для удобства ввели новую систему. Теперь купить билет можно онлайн по QR-коду. Качели – не единственное развлечение. Детские площадки, сладкая вата и напитки, прокат самокатов и велосипедов. А для тех, кто устал от суеты – лесопарковая зона и озеро с местными обитателями. От всех жителей города Бобруйска и гостей требуется только хорошее настроение, чтобы провести хорошо время у нас. Приглашаем всех. Специальное представление от конного клуба «Есаул» порадует всех любителей благородных животных. В программе трюки от опытных наездников и начинающих всадников. Каждый желающий может примерить и на себя новое амплуа. Для детей есть вот такой живой уголок. Здесь можно сфотографироваться с лисой, погладить козу, угостить енота и прокатиться на ослике. Развлечение обойдется в 5 рублей. На протяжении всего сезона парк будет радовать бобруйчан разнообразной программой. Цирковые представления, дискотеки, концерты и тематические дни. Чтобы быть в курсе событий местного Дримленда, достаточно подписаться на его аккаунт в Инстаграме. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.